Всем приветики. Заказал еще такой себе набор. Сразу непонятно, что это. Вот кажется, что это такое. Кстати, такая приятная упаковочка, такая на вид, красивая. Как оно, кстати, открывается. Так, стоп, как стопе, а как оно открывается? По-моему, а во! Как-то я даже сам не понял, как оно открылось. Так легко открывается. Такое все мягенькое. А вот это силиконовая беруша. То есть ты их берешь, скамкиваешь. Делаешь из них, короче, шарик. Такой. И скамкав его в шарик, вставляешь ухо. И оно как бы так вот, и толкаешь его туда в ухо, и оно так слегка как присоска такое делается. Правда, оно не хочет туда там сидеть, я сейчас пытаюсь один заткнуть. Заткнул второй. И второй пытаюсь, так. О, заткнулись, все идеально сидят. Я уже себя в голове слышу, то есть, так ты голос слышишь, ну, как он... Как он снаружи звучит, а вот если уши заткнуть двумя пальцами, сразу он как будто бы внутри звучит. То есть делаем такие шарики. Сделали. И просто толкаем в ухо. Такой шарик толкаем в ухо. И он как бы... Вот в ухе такое, то такое ухо, и он как бы... Как присоска такой вот, хопа, и должен взяться такой вот. И так торчать. Не надо его там расправить, просто так вот. Если он вылазит, еще раз толкнуть. Не получается скруглить. Кстати, он хорошо форму держит. И еще раз толкнуться. У нас такие дороже стоят. У нас две штуки такие стоят $4. А тут 6 штук. И стоят они, по-моему, $1.5. То есть в 2.5 раза дешевле, чем у нас. А показать, я бы это показал, как это выглядит. Но я не знаю, получится ли. Сейчас попробуем. Ну вот, типа вот так вот это выглядит. И так в двух ушах. Блин, было сложно, но я это показал. И для меня вот они самые лучшие. Ты так вот их скручиваешь. И с двух сторон вставляешь. И они как присоски так вот. Ты их толкаешь, там так хопа, и присосалось. Если вскакивает, еще раз. Или не получается, получше скрутил. Еще раз толкнул, оно зацепилось. И все, оно как присоска. Вот, когда вот есть такие присоски, как... Такой вот, как в ванне бывает, мыльница на таких присосках, ты ее просто к стенке, хоп, они так присосались, две резинки такие или одна, так и тут, они здесь, вот, как эти самые присоски, ты их толкаешь, ну, хопа, если вылазит, то еще раз. У меня почему-то в левое ухо нормально залазит и держится, то есть я такой один раз толкну, все держится, а вправо я толкаю, блин, раз 5-10, не знаю почему, может оно у меня уже, типа, не знаю, но они самые лучшие, я их купил. Потому что мои уже подизносились старые. У нас они продаются вот в такой вот штуке. Их две. Они стоят в 2 раза, 2.5 раза дороже. Они уже вон какие грязные. Старые уже, все, их пора выкинуть. Вот эти им на замену. И еще такие взял. Вот. Такие вот штуки взял. Они... Их здесь 10 пар. Тут 3 пары. А тут целых 10. Целых 10 штук. То есть они все одинаковые, но просто их 10. А так, по сути, они все одинаковые. Вот так вот они выглядят. Max Light. Максимально типа легкие. Вот. Типа, скручиваешь, они становятся тоненькие, вставляешь и отпускаешь, они расширяются. У меня есть такие, но они уже тоже подпортились. Но все равно, те синие, вот эти вот, самые лучшие. Хотя лучше их взять вообще прозрачные. Потому что с этими явно будет заметно, что у тебя в ушах что-то есть. А с прозрачными, да и не особо. То есть, ну, со стороны. Открываем
И здесь вот в чем их прикол. Вот они так вот выглядят. Правда, они какие-то странные. Видимо, они белые, их красили, не докрасили или что-то такое. Ну, в общем, суть в том, что ты их так вот крутишь, и они не спеша распрямляются. То есть, ты так вот их крутишь, и они не спеша распрямляются. Только они должны немножко быстрее распрямляться. То есть, ты так вот их покрутил, вставил в ухо, то есть, вот ты их покрутил, вставил в ухо, и они распрямляются, заполняя пространство. То есть, пока они тонкие, ты их вставляешь, и они распрямляются, и заполняют пространство, пока и не заполнят. Но, честно говоря, вот если попробовать их вставить, мне все равно те синие лучшие. У меня вот такие были, только немножко другого плана. И эти, надо признать, хотя нет, довольно-таки неплохо, да. О, вообще красота. Класс. Классно, блин. Все. Они у меня сейчас в ушах, я тоже себя слышу. Слышу тоже как будто бы внутри. Только у тех, у этих я себя глубже слышу. Ну, то есть, как это сказать, эти лучше... Звук изолирует лучше, потому что они как присоски действуют. И в них ты себя громче слышишь. Но в них проблема в том, что уши потеют, потому что они полностью закрывают ухо. И потом, когда ты просыпаешься, если они не выпали во время сна, там, допустим, то у тебя ухо мокрое полностью, с него может даже, даже может как вода с него вытекать, то что, ну, немного, но чуть-чуть, потому что потеет. А от этих не потеет. Но они и глушат не так сильно, как те. Но в ушах они вообще классно сидят. Сейчас могу попробовать тоже показать. Единственное, что их хранить не в чем. Эти его положил сюда и хранишь. А эти, блин, пакетик обратно. Вот мне они сейчас не надо куда их так, что ли, забрасывать в пакетик. Получается, да, не надо. Так вот положил аккуратненько, чтобы они не пылились. И все, и пускай лежат. Ну, сейчас попробую показать. Ну, вот как-то так. Только тут еще прикол в том, что оно... упирается в ухо вот так вот. Он упирается, то есть это туда вставляешь, оно расширяется, а чтобы не выпало, оно так вот в ухо упирается. Здесь вообще все продумано, то есть такая штучка, она упирается в ухо, то есть чтобы не выпало. Оно расширяется, так бы оно выпало, а так оно упирается в ухо этой стороной, и две штучки вверх и в бок идут, то есть чтобы они никуда, ну, чтобы оно никуда не двигалось. Ну, в общем, продумано. Так что вот эта штука вообще, то есть, продумана. То есть, ты так вот скручиваешь, вставляешь, оно расширяется, заполняет пространство. Когда заполнило, оно где-то так стоит. Ты его просто заталкиваешь туда, и оно стоит. То есть, это уже в ухе, а это, ну, вы видели, за заднюю часть уха так держится. И если так просто вставить, оно естественно, где-нибудь заденется и выпадет. Так вот, будет болтаться и улетит. А вот так, все, оно уже никогда оденется, выпирается в ухо. Еще вот эта штука... Там ухи ямочка, если оно как раз за нее держится, чтобы так не выскочило, и это как-то немножко держится. Ну, то есть, вот эта вот форма, она продумана. И это круто вот. И теперь у меня есть их аж 10 пар. Они тоже быстро приходят. Прикол в том, что их нельзя мочить. Вот в чем дело. Эти можно, если плохо держатся, вот эти вот, их можно и слюной смочить, допустим. И они мокрые. Ну, как и в ванне присоски. Когда ты к стене их жмешь, они не прижимаются. Водой смочила, хопа, и они сразу крепко взялись. Так и эти можно слюной смочить. Хопа, и они крепко взялись. А эти наоборот, эти нельзя смачивать. Покажу пример. У меня есть, опять-таки, я такие уже покупал. Это наши отечественные, вот они. Во-первых, в них что плохо, в наших? То, что у них... Во-первых, цена... Две вот эти штуки, пара, короче, стоит столько же, сколько в Китае 10 таких пар. Во-вторых, оно-то удобно, то, что ты так вот за шею кинул и вставил. Но, во-первых, здесь клей, вот он клей. Вот эта штука, это клей. И он твердый, вот он не сжимается. И ты когда в ухо вставляешь...
Бывает, ты как-то так ляжешь, и оно вот этим краем, вот он, когда сжимаешь, он остренький край. Давит тебе прямо на ухо, и тебе больно, потому что прямо этот край острый, он уже острый, реально. Это клей такой засохший, он тебе давит на ухо, и тебе больно. Ты вот как-нибудь так ляжешь, он так прижмется и давит тебе на ухо, и тебе больно. Вот, во-первых. Во-вторых, ну, то есть, получается, тоже так вот вкрутишь туда, так вот делаешь, вставляешь. Так вот вкрутишь, вставляешь ухо, оно расширяется. Кстати, сильнее расширяется, чем те. И убираешь. А чтобы оно не вылезло, вставляешь сюда. И вот эта пластмасска, как-то она, во-первых, на ухо давит. Во-вторых, нитка эта, ну, не знаю, мне кажется, мешает. Бывает так, как-то ляжешь, оно из-за нее тянет. И в чем суть? В том, что их нельзя мочить. Почему? Потому что вот я это смочил случайно. Или какую? А нет. Теперь уже две нормальные. Но в чем суть в том, сейчас я их сжимаю, и они две медленно распрямляются. А как-то я один раз случайно краешек смочил вот этой вот, а сейчас она медленно сжимается. А когда он был мокрый, он моментально разжимался. То есть они чем-то покрыты. Когда ты намочишь, они уже не так быстро сужаются, а моментально. Кстати, эти, по-моему, медленнее расширяются. А хотя они так же, как и эти. Но когда их смочишь, если вдруг смочишь, там или будет мокрые уши, или вспотеют, ставишь, оно будет не так, как вот медленно, ты еще успеешь вставить. Оно, ты жал, и оно тут же расширилось. Ты даже не успеваешь вставить. Вот. Так что эти, наоборот, мочить нельзя. Вот. Так что еще и такая вот у меня покупка. Вот как-то так. Ну, оно пригождается, бывает. Когда вокруг там шум, там все такое. А ты хочешь отдохнуть. Ну, например, я вот с ночной смены бывает прихожу. Ну, а там, например, шум какая-нибудь, ерунда, и мешают. Вставил. Обычно вот эти вставляю. И намного тише становится, и ты можешь спокойно себе отдыхать. И не мешает там. Ну, такие звуки. Но, естественно, если там кто-то будет сверлить, там молотком стучать, естественно, они это не заглушат. Но если кто-то там будет... Ну, такие слабые звуки, там, я не знаю... Ну, в общем, другие звуки такие, потише, там, например, кто-то будет, например, бегать, если не сильно, даже над тобой. Естественно, если там будет пятками пол проламывать, ты услышишь или громко бегать. А если так, знаете, кто-то будет так тын-тын-тын бегать, то ты этих легких таких бегать не услышишь, они их заглушат. Ну, а если, естественно, там уже будет носиться как слоны, то ты уже все услышишь. Так что, ну, я их давно заказывал, еще месяц назад, только сейчас пришли. Вот. Так что у меня теперь есть чем... делать тишину. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.